Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Недавно нашла в приложении Фотостудио новые функции. Решила поделиться с вами. Думаю, для многих они будут интересными. Заходим в приложение Фотостудио, открываем фотографию свою, которую хотите видоизменить. Как мы уже знаем из предыдущих моих уроков, в этом приложении есть множество функций для красивого визуального оформления фотографии. Если вы еще не видели эти видеоуроки, они закреплены в Highlights, в вечных Stories, в папочке «Полезное». Итак, что появилось? Появился новый пип-эффект. Заходим в пип-эффекты. И здесь появилась такая штука, как двойной момент. Очень оригинальные фотографии получаются с использованием этого визуала. У нас тут на фотографии детские резиночки-бантики, поэтому выбираем что-то такое милое. Вот, например, эти сердечки. Думаю, они подходят прямо идеально. Можно увеличивать или уменьшать размытие картинки сзади за сердечками, но оставлю где-то посерединке. Вот, окей, применяем этот эффект. Это первое, что я вам хотела показать. Далее, второе. Появились новые рамки. Заходим в функцию рамки. Здесь появились рамки окончания учебного года, окончания школы. Вот такого типа рамочки. Думаю, они как раз будут актуальны для тех, кто, как я, делает резиночки в стиле канзаши. Ну и, в принципе, для всех, у кого есть что-то для детей. Выберем сейчас красивую рамочку. Мне и это нравится, даже не знаю, какую выбрать, ну, пусть будет это, окей, сохраняем, вот, это второе, что я вам хотела показать, новые рамочки, и третье, еще одна фишка, это новая функция Art Text, вот такие интересные надписи, оформления для надписей появились, можно их использовать. Их достаточно много. Я предлагаю выбрать что-то, ну, такое достаточно минималистичное. Вот, подойдет. Два раза нажимаем на слово и пишем свое. Я напишу 1 сентября. Эти рамочки, которые мы выбрали, их можно ведь использовать не только на окончание школы, но и на 1 сентября. А 1 сентября у нас не за горами. Я думаю, многие рукодельницы уже начали готовиться. И многие мамы. Так, я допустила ошибку. Исправляем. Сентября. Вот. Текст можно уменьшать, даже вот расширять. Вот. Двигаем его, куда хотим поставить. Можно менять шрифт, размер, стиль, фон. Пожалуйста, на любой вкус есть варианты. Ну, вот давайте шрифт изменим. Пусть будет такой. 1 сентября. Окей. И вторую надпись тоже я изменю. Снова в школу. Думаю, детки уже соскучились по школе, да и взрослые, правда? Так, как-то мне немножко вот так сделаем. Снова в школу. Окей. Вот, ну вы можете подобрать более гармонично. Я сейчас на скорую руку это делаю, просто чтобы вам показать возможности. Вот такого типа картинка может получиться. Согласитесь, очень оригинально, интересно. Ни у кого таких не будет. Ну, разве что у подписчиков моего аккаунта. Буду рада вашим лайкам, комментариям. Может быть, вы что-то тоже сами нашли новое в этой программе. Там еще кое-что есть. Но об этом я вам расскажу чуть позже. Спасибо всем за внимание. Удачи. Пока-пока. Всегда ваша Софи.